сейчас переходим на другие темы. Вот. Это уже моя фотография, это моя гордость. Я привез крупноплодную вишню, привил. Вот, вот так прижилась. Вот, дала уникальный урожай. Крупноплодная, как на Украине. Вот, благодаря вишне сибирской штамповой подвое выдержала все морозы. Никогда не замерзала. Вот, никогда. И вот она рухнула. Вот, почему? Ну, мой принцип такой. Значит, не лезь, рухнет, рухнет. Ну, дождался. Я привез где-то в 2000 году, на сей 22 года. Так. Вот интересно посмотреть, как она в это. Вот. Это ее верхняя часть. Вот. Она из трех таких веток состоит. Я пригляделся, завязалось очень много плодов. То есть ее, вот этот сарай ее спас от полного разрушения. То есть, если бы легла на землю, наверное, пришлось бы отпиливать. А так еще все тот же мой принцип. Вот. Никогда. Она не выжила собственного веса, потому что вот в таком виде. Никогда. Если рано, естественно, не помогать. Она еще послужит. Еще у нее там с той стороны нормальная кора. Она еще послужит и послужит. Вот. И я что? Сделал ничего. То есть я не замазывал и замазывать не собираюсь. Я замазываю только искусственно рану. Ну вот посмотрите, видите, вот синенькая пятнышко. Это, значит, я брал отсюда черенок на прививку. Видите? Остаток замазал. Вот. Я не думаю, что из-за этого рухнула основная ветка. Она очень тяжелая. Вот когда она начала набирать вес, утяжеляться, она не выдержала. С самого начала я не трогал, почему. Оставлять одну, скоро еще одна должна рухнуть. Оставлять одну центральную. Вот. Но она мне столько кормила, все три ветки, столько кормила. Посмотрите, это самая маленькая ветка. Посмотрите, какая крона гигантская. Сейчас я буду, настолько удобнее стало собирать плоды, залез на крышу сарая и собираю. Вот. Короче, трагедии не случилось. Еще показываю вам вот эту вот черешню слева, видите? Смотрите на листья, вот они черешня. На нее огромное количество, не огромное, нет, просто нормальный урожай черешни. Была зима теплая, до минус 32-33. Самая теплая зима за почти 40 лет, так? А справа вот эта вишня штамповая, вот она вся в цвету. Вот, у них общий корень. Помните, я рассказывал вот эти корневые отводки? У них общий корень, и получается, а то, что они опыляют друг друга, это придает огромные, как бы сказать, огромные плюс это и урожайность, и морозостойкость. Подробнее говорить не буду. Идем дальше. Вот. Ну, следующее еще одно сфотографировал, не выдержал. Вот это вот верхняя часть черешни, и все достанется птицам. Я даже на стремянке не дотягиваюсь. Увы, упустил я этот момент, упустил. А внизу вот так выглядит черешня, видите? Настоящая черешня в Сибири. И по-прежнему открытый вопрос. Омский садовод. Где черешневый сад? Ведь вы же продаете саженцы черешни. Где черешневый сад? И главное, вот эта тишина мертвящая, потому что никто из друзей не позвонил ни один, а потом нам не сообщил. А что они ответили?